должен тренироваться по системе. Госо, и я должен сидеть и тренироваться. Я буду получать опыт по статистике. И с такой прекрасной статистикой я потом буду смогу сделать охуенные ставки на матче профессионалов. На паре матч. Поэтому я просто буду ебашить. Госу AI представляет автоматический анализ твоих матчей в Dota 2. Добавь бота в друзья и начни играть. Узнай, насколько ты хорош в фарме, в драках, в стадии лейнинга и многое другое в подробном постматч-анализе. Переходи по ссылке в описании и начинай играть умнее с Госу AI. Ребята, если вы охуете, но сейчас будет годный контент, который вы не ожидали. Мать, ой, блядь, сейчас какое-то дерьмо, блядь. Аниме, мафия, PUBG, реклама. А я скажу, нет, сейчас будет лига, лига от Миши, блядь. А, Арк взял Шисуи и Флоу. И я, как 10-й игрок, достаюсь команде Койква. К сожалению, я остался последним, но... Знаете, так всегда, типа, недооценивает челость и думает, бля, спикнут, типа, хуесос, а на самом деле он в итоге засолит игру, как обычно бывает. Парни, ростеры, я, Койква и Мершина, ЛТВ, Миша, против Шису и Флоу, Шачло, Чуваш, Арк. Илюк, да тебя никто не осудит, знаешь. Да, типа, знаешь, главное, знаешь, моя фишка, от меня никто нихуя не ожидает. Если это сосёт, типа, все так и думали, а если это имя, все такие, ебать, что за хуйня происходит. Илюк, Соломит Рубик. Надо потише тебя сделать. Я, кстати, вас всех сделал потише, но вы все равно какие-то громкие. Вон, смотри, уже все, мне уже Сёма пишет личку, что за лига, там уже город в чате что-то пишет. Пиши Мише или Сане, и Мершинову, или Чувашу, там какие-то ссылки. Ну а их что третий брать? Игра, мы можем как-нибудь поворовать? Блядь, ёб твою нахуй! Можно. Фу нахуй, блядь. Просто... Реген, будешь брать или? Не, бери. Так кто пак, это Ром или что? Ну да, надо его ебать сейчас. А так он, я его убил почти. Ну я убью. Сань, ну ваш, ребят. Да, Мамиди. Согласен, да? А, он снова, блядь, он... А, ебать их тут, парни. Я, походу, этот. Отъезжаешь, походу, Илюх, брать. А это спейсуха. Мне, короче, лассо нажали. Там вообще форма кончится, это образ задефит. Ой, так это, да, все, наш парень. Опа, и соляна вот такой, типа. Я собью тупо, что там очень тратить дизейбл. Не, все, он, блядь. Мне падло мон тратить. Айс. Типы, парни, кидай. Дракарис! Вот я нашел пака, я могу подцепить. Это я жду. Давай, я жду. Опа, иди нажму. Опа, ой. И в соло, оп. А не в соло, ну нахуй я жму так рано. Ёбаный рот, блядь. Че, давайте? Я прям уверен, что они вот тут с маки бегают. Вообще окружаем. Да, 100%. Давай, я на тебя его сейчас кину. Там нету сбивания ТП. Нет тамбы, парни. Да, нет тамбы, нет лассо. Нет, ребята, в боте можем убивать. Илюх, есть тут маны? Нет, нету, братик, у меня такой даун. Ну ходи, я его под шишком постойду. Он табу нашел, он а чё, нахуля? А чё они делают? Мы сейчас убьем их сейчас. На помощь. Надо возвращать. А, не убьем? Я ТП-шу с сангом. Давай, ходячку. А, нормально, я тут этот. Отходите, парни, отходите. На мне 6 зомби летит, это пиздец. Меня преследуют. А на пане, вы умерли за мой Firefly, не переживайте, того стоило. Можно туда. Давайте, парни, я показываюсь, а вы этот. Да, вы меня. Давайте. Дроп КВР. Два таргета. Парни, а есть помощь? Ага, вот кинулся. Застанился. Зомби, у меня камни закончились. Вот эти парни чуть-чуть. Дойти надо. Айспад будет. Ой. У него 10 хп. Одна тыка. А у него есть блинк же, да, на паке? Он на раз-два нахуй. Скажи, ты когда поднять. Да, я поднимаю на месте. Поехали? Давай. Поднимаю. Прекрасно. Больше стоп, дровка одна. Иду, иду. Я стянусь чуть-чуть. Я домой спать, слышь, можешь идти бежать. А мы убегаем прям? Я задолжен с нам ДК этого и... Убил тамбу. Я убил.
Парни, я тоже подхожу, я бегу к вам, бегу к вам, бегу к вам уже. Надо ДК убить. У него 0 маны, кстати. Я на дроп. Заставил, парни, парни, застанил обоих. Один в доме, другой это так. Молодцы, молодцы, парни. Хорош, мужики. Не успеваю, ладно. Как давай. Же я долго хуярил, тут он будет, пиздец. И Люк на Рубике убить там будет. Так я в соло ее, прикинь, пиздец. Игорян, Игорян, Игорян. Ты открываешь лигу и медаль. Сверху. Кого-то о, парни, последите на мой счет. Мне кажется, я достоин медали уже, по-моему. Чтобы я не делал такие. Вот докажи, блин, конету, правильно? Тихо. Бэк. Не, я это, забейте на меня. Будешь драться, Игорь? Не-не-не-не, без Рубика нет. Пока, не дал ему норку лететь. Парни, меня поймали, помогите. Задумал одного. Ой, ебать, мне, кстати, больно. Он встань, он встань, стой. Я здесь заморозил двоих. Дровочку можем как-нибудь? Да, можем. Для бизнеса. Сейчас их вдвоем убиваем, парни, втроем. А, снова койл, охуеть. Ой. Надо покайтить. Не, это дерьмовая идея. Парни, пока нужно. Это я продлю. Нормально. Парни, я думал, что они все не успеют запрыгнуть. Так а нахуй нам прыгать, пусть они сами начинают после битавера, блять, пиздец. Нет, слава богу, я не буду таким хуёвым киллером, это пиздец, так хуёво играть, хуёвый все, это просто пиздец. Дракарис! Могу немного покатиться. Так чё, да. Так мы его даже, ну, подвисало, мы его и убить можем, мне кажется. Может мне... О, Саня вообще красиво играет. А. Я южил драку, я южил. А, похуй, драку. Пусть я встали все. Бегай. Вот так вот, Сигу фармишь, один раз хуйню пернул войс, блядь, да, Лигу проебал. Да, ну, сори, Лёх, ну чего ты начинаешь? Вот так вот, блядь. Я первый открыватель. Игра достойная была, игра достойная была. Баня, молодцы, мы лидировали, мы все лидировали, все молодцы, да. Да, красавчик. Сейчас получится. Меня всех уважают, парни, реально. Парни, еще давайте. Чуть-чуть не хватило. Следующую надо стартовать.